Взятку недвижимостью не брал, но того, что его семья действительно владела 10 квартирами в Актобе, не отрицает. Министр торговли и интеграции прокомментировал скандал, в центре которого он оказался после заявления на одном YouTube-канале. Там сказали, что Серик Жумангарин получил мзду в виде жилплощади. Исходя из той информации, которую интернет-канал преподнес, это клевета и подтасовка фактов. Я хочу, чтобы вы это донесли до своих читателей. Если вы посмотрите, допустим, мою биографию, то вы увидите, что на государственную службу я пришел после 35 лет. Эти дома построили бизнес-структуры, принадлежащие моей семье. Сейчас адвокаты моей семьи, они прорабатывают вопросы подачи судебного иска.